Всем привет, с вами Илья. Я собрал сегодня погрузчик из Порше и крана. Я их снимал на видео. Смотрите этот ролик, если вы не видели. Он умеет ездить, поднимать свой ковш, так, поворачивать и такой пульт к нему прилагать. Он собирается из двух пультов. Они одинаковые. Только их надо соединить двумя деталями. Так. Батарейный блок находится вот тут сзади. Я сейчас включаю. Зачем я подниму? Подниму вот эту часть. А потом уж ковш. Опущу и вот так. Это максимальное. Это максимальный подъем. Так. Все. А больше, все, больше он не выпускается. Так. А теперь попробуем с ним поиграть.